Вот под каком под видео нам писали комментарий и спрашивали, как у вас устроен вход в подвал. То есть какие ступени, ну, видимо, люди строят, и им интересно знать, как это, как другие сделали. То есть вот этому подвалу, который сейчас мы вам покажем, ему уже, наверное, лет 25. Да, Ларис? Нет, 25 нету. 24-23, где-то так. И вот вход как сделан. Вот гараж у нас. Здесь вот моя машина стоит. Вот. Здесь вот я немножко ремонтирую движки. Ну, короче говоря, типа вот пол. Вот так вот закрыт этот пол. Теперь, например, жене захотелось сходить в подвал. Здравствуйте, дорогие друзья. Поздороваюсь с вами. Вот так открывает она. Все раз. Очень легко. Дальше. И я пошла. Конечно, у меня муж сразу открывает, а я зайду по ступенькам, раз сюда, и пошла дальше. Сейчас пошла. Пошла я. Нам нужно в подвале сделать небольшую уборочку. И мы хотим вам показать, нам там надо яму подделать. У нас раньше в этом коридорчике тоже был свет. Вот они, подождите, вот они, ступеньки идут. Ступеньки высотой, ну, я старался делать не более 20 сантиметров. Потому что больше 20 уже тяжело подниматься, тем более думал про старость, как говорится. Но пока еще не старость, но тем не менее. А вот тут вот видно три кирпича. Ну, три кирпича. Я не знаю, тут уже... один полуторный или... Да, там не полностью три. Я старался делать не больше 20, но они как бы сделаны из белого кирпича. Хотя многие говорят, рушиться будет. Когда сухо, не будет рушиться. Вот пошли вниз. Пошли, пошли. Так вот, повернемся. Один... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ступенек. Вот здесь у нас горел свет. Почему-то ты его убрал. Что, я не знаю, почему мы убрали. Так и осталось. Лампочка, что ли, сгорела. Ну, видимо, она здесь не нужна. Ну, наверное. Так, вот это все залито бетоном. Ну, и погреб, собственно, вначале был бы залит бетоном. Потом он и сейчас залит. Нет, а потом уже выложен кирпичом. Так, заходим вовнутрь. Видите, здесь вот с левой стороны банки, с правой стороны банки, пол земляной. Вот земляной пол, это, конечно, небольшой недостаток, потому что от пола всегда идет сырость. А чем ниже пол, тем ближе к воде, как говорится. Но тут у нас воды никогда не бывает, но тем не менее, видите, сырость там внизу, вот здесь вот у нас лежит картошка. Эта картошка закрывается, сейчас Ларисе передал, закрывается вот такими дощечками, вот так раз. Тоже выкопали позже уже яму. Делать надо. Сломались недавно. В этом году надо подделать. Опа. Ну, они были на всю яму. Вот. Здесь можно ходить. Вот так вот. Надо их подделать. Ну, это я сделаю обязательно. Может быть, чуть попозже. Ну, сейчас, и вот мы решили, момент, да. Нам надо убрать снизу старые отростки от картошки. Давай. Здесь вот лестница. Вот так вот я раз, спускаюсь. Вот. И здесь, вот это место, видите, от нее как бы сырость идет. Хоть у нас и здесь деревянный такой помост есть, на который мы ставим картошку, но все равно сырость идет. И в этом году Лариса мне предложила. У нас есть стеклоблоки, мы никогда эту яму полную не заполняем. Потому что вот смотрите, о, она мне где-то вот так. Ну, это где-то... 1,50 м, 1,40 м. 1,40 м, да, где-то вот так, 1,40 м. Ну, то есть мы заполняем ее во. Ну, на... когда у нас семья дома жила, у нас яма была полная картошки. Мы 15-18 мешков, то и 20 сеток брали. Сейчас мы берем 5 на двоих. Да, и гости там приходили толпами. Сейчас мы живем вдвоем, скромно. Если мы вот столько украдем у ямы низ, и мы сделаем гидроизоляцию, я думаю, никто не пострадает, а картошка наша будет лежать еще дольше. Поэтому Лариса предложила уложить все стеклоблоками. Вот картошка до сих пор. Вот только отростки пошли. Это сейчас уже, считай, завтра, 1 октября. Не говорите. Так, да. Что здесь все хранится хорошо. Так, по случаю, подай, пожалуйста, камеру. Я готовила на видео перцы с баклажанами. Ну, и я их готовила без стерилизации. И мне под этим видео девушка или женщина написала, что у нее все до одной банки взорвалось. И она мне там писала, что вот у нее все взорвалось. Я ей написала, что я обязательно покажу, что у меня все стоит. Вот иногда бывает, свежий достаешь, а вот 16-го года даже перец стоит. Это вот у меня тоже на видео был сделан перец.
Насколько? Стратегические запасы. 16-го года. А вот все стоит, нигде ничего не взорвалось, ничего. А еще, кстати, я показала кабачки, что набрали много кабачков, и мне там предложили сделать Uncle Ben's. Так вот, Uncle Ben's у меня вот с кабачками. Uncle Ben's есть. Он у меня подписан был, я его что-то поубирала. Тоже 16-го года. А вот есть Uncle Ben's с баклажанами. Ты вот. Ее криво держишь. Вот так. Надо ровно держать. Юра меня учит постоянно, но я даже сама вижу, чего я наснимаю иногда. Потом смотрю, все неправильно. Так что вот перец лечит 2016 года. Все стоит, ничего не взрывается. Я не знаю, как у людей это все взрывается. Так, сейчас я покажу стеклоблоки. Ну, мы решили... Не, давай мне, наверное, лопату. Мы решили, как бы сказать, сделать в этом году хотя бы яму. Но если получится здесь залить, тоже бы не помешало. Здесь, видите, сырая. Все равно, хоть и глина, но сыроватая. Сыроватая. Сейчас все некогда, да не досуг. Сейчас я здесь все это соберу. Старые остатки прошлогодние. И надо, наверное, ведро, Лариса. Ну, я принесла, Юра. Вот, и шпателек принесла. А вот сюда бы, напомню, наверное, рубероид сначала положить. Ну, я и приготовила уже. Хорошо. Ты возьми шпателек, тебе легче будет собирать. Да, лопата длинная. Немножко. Я пойду принесу этот, как сказать, рубероид. И буду носить стеклоблоки. Да, сырое, конечно, сырая земля. Вот. Ну, хотя у нас тут, видите, работает вентилятор. Сушит. Но он у меня не круглые сутки работает, а вечерком желательно. Потому что вечером прохладнее, чтобы загонять сюда прохладный воздух и сушить одновременно. Покажи потолок, что потолок у нас очень сухой. Он утепленный. Я его снизу еще утеплил стекловатой и подшил уже лет 20 назад на земле. Да, я их морилкой, по-моему, красила какой-то, уже забыла. Краской коричневой. А мне кажется, это морилка была. Нет, это краска. Ты уже забыла. Да, может быть. Это было уже давно и неправда. Вот как сначала сделал он мне вот эти полки. И вот это вот надо сказать, когда мы с семьей жили, вот это все было заполнено. Тут, я говорю, банки уже попродавала. Не семьей, и еще, большой семьей. Ну, большой семьей. И еще мало того, у меня весь пол был заставлен. Вот до такой степени надо было... А еще капуста висела. Да. Почему у нас вот эти крючки здесь? Это мы капусту выращивали и ее подвешивали. Ну и надо сказать, представляете, до весны она хранилась прекрасно просто. Прям качан с этой, с ножкой срывали. Самое главное, чтобы было сухо и прохладно. Да, и подвешивали. Вот так Юра подвешивал, все было нормально. Ну что, давай мне лестницу, чтобы я вылез. Единственное, вот кабачки здесь не хранятся. Кабачки дома. Кабачки, да, в теплом доме почему-то лучше хранятся. Опа. Ну зачем ты полез-то? Я бы тебе подала лестницу. Да тебя пока дождешься. Я же рассказывала. А покажи, как отсюда ступеньки. Ну давай. Вот она, пошла. Вот здесь у нас тоже было все зашпатлевано, а почему-то все вот так вот. Ну здесь сырость все-таки. Подсыпалось. Погреб поштукатурено. Все стены из белого кирпича. Вот такие у нас стеклоблоки. И уже на помойку повывозили их кучу целую. Да. И мы их вот так вот плашмя хотим выложить. Сейчас я принесу рубероид. Дно. Ладно, принесем рубероид, покажем. Включу, может что-то снимется. Вот они, стеклоблоки. Решили мы их воспользоваться ими, сделать как бы и тепло, чтобы не отдавало, и гидроизоляция, чтобы была. Я думал, что таких у нас больше. Так, вот они, наши все стеклоблоки. Вот мы рубероид приперли. Рубероид тоже с помойки, если честно. Да, ребят, я тоже хотела сказать. У нас нового, осторожнее его сзади банки, нового мы стараемся покупать, если уж совсем негде взять. Цемент мы не можем бэушный взять нигде. Да, поэтому покупаем. Да. Что, лестницу не надо тебе? Она мешает. Хорошо еще, пока молодой. Раз, спрыгнул.
Танцуй, пока молодой. Папа. Юрик. Да. А вот эти стеклоблоки мы уже сколько, говорю мужу. Я уж соседу предлагала. Говорю, может, тебе надо? Не надо. Ну, я давай мужу понемногу их складывать, чтоб он в мусорные бачки выкидывал. И вот поздно опомнилась, что их надо сюда умостить. Ну, сейчас, если не хватит, у нас там стекла полно. Покажи. Вот так вот будет. Ты будешь прибивать гвоздями или чем? Чего? Ну, руберу это. Да. В землю прям. Ты что? Ну, а что такого? Ну, они прижмутся блоками. Зачем? А, ну, блоками, я то думаю. А еще есть руберу? Да, еще кусочек. Я думаю, что надо вот это пополам разрезать. Ну, а может, ты порвешь его? Он ровно порвется. Давай я тебе помогу. Положи камеру потом. Интересно, видео тоже. Давай. Так, ну вот, давай. Черт, ногами спасибо. Вот так вот, что у нас получилось. Руберует, это у нас гидроизоляция. Теперь укладываем стеклоблоки. Держи, ты сам выбрать. Если их будет мало, то придется стеклом засыпать. У нас его полно, да? А зачем? Почему именно стеклом? А чем? Между ними бетоном залить, да и все. А ты хочешь на толщину вот этих стеклоблоков только залить, а между ними бетон и все, они так и останутся? Между ними и сверху. А, и сверху еще. Сантиметров 5. Дофига тут уйдет так-то. 4. Таких будет 3 ряда всего. Ну тогда надо старым кирпичом еще заложить. Можно по 3 штуки делать. Как это я говорила, строительным мусором засыпать? Ничего себе, я думала, что у нас такая маленькая ямка. Ага. Маленькая. Полкомаза картошки войдет, да? Не, Юр, мне такой расклад не нравится. У нас уйдет очень много бетона. Это будет нерационально. Между ними что-то можно засыпать. Ну вот, надо засыпать, у нас там есть что засыпать. А так-то мне не нравится. Это еще бы было штук. Сейчас тебе скажу, сколько. Раз, два. Как раз сколько мы выкинули больше? 3, 4. Так, 4, 5, 6, 7. 8 штук надо. А мы 12, по-моему, вышвырнули. Вот. Нерачительные мы хозяева. Ну, так и надоели мне уже. Что ты молчала раньше? Не знаю. Вот нормально. Сейчас возьмем и засыпем все. Да, вот так вот получилось. Это и зальем. Изоляция будет прекрасна. И ты говоришь, вот так бетоном завез, а где твой рубероид будет видно? Ну, я все-таки думала. Я... Еще надо было завернуть его по-хорошему. Чтобы это отсюда тоже не шло. Отличная ямка будет. Я покажу. Так, вот так, да? Вот так. Ну все, теперь надо чем-то засыпать, придумывать, чем. Голь на выдумке хитра у нас. Голь — это я, да? Это мы. Я и ты. Лестницу. Да, я выпрыгну. Ну все? Ну так, будем продолжать маленько обустраивать. Видите, у нас старое стекло есть. Можно им еще подсыпать между стеклоблоками. Я думала, насыпешь. Тут у нас еще асфальт есть, я навозил тоже. Дорогу делал. Опа. Пробуем. Юра укладывает все, что я ему натащила. А я почему его уговаривала стеклом тут засыпать? Засыпем сейчас, давай. Да, подожди. И стекло я наколотила. У нас зимой здесь завелось какое-то животное. А мы как узнали? Она морковку почикала. Ну, мы, конечно же, напугались. А это бедное животное, оно тут рыло-рыло себе. Вот где вот тут возможно порыть. А рыть-то негде, собственно говоря. Уйти-то никак нельзя. А попало, скорее всего, оно с гаража, да, пришло? Ну да. И вот это вот животное маленькое, оно тут так и погибло. С
сюда, снимай. Только мы его так и не видели. Ну, так и не увидели, где-то спряталась. Куда залезла, не понять. Я все пересмотрела, где она там рыла, и нигде ничего не нашла. И никуда оно не ушло, потому что оно точно погибло. Тут негде. Ну, запаха тут не было, кстати говоря. Да, никаких. Ну, быстренько мы обнаружили. Часто ходим сюда. И некоторые скажут, вот, типа, показывают, хвалятся. Да и не хвалимся мы ничем. Мы когда это... Не, люди спрашивают, мы показываем. Да, мы когда начинали вот это делать, мы вообще и не думали даже, что мы когда-то видео будем снимать. Просто показываем, делимся с вами, и все. Да. Ну, наверное, сейчас еще остатки будем асфальтом, стеклом битым засыпать. Так, притащил я стекла. Жена прет ведро. Опа! Асфальт у нас тут, видите, стекло. Стекло распределил, теперь... Что, стекло можно? Можно. Куски асфальта. Все это кладу. Ну вот такая у нас тут канитель получается. Видите, посредине стеклоблоки, вокруг стекло битое. И куски асфальта, камня. Короче говоря, делаем. Вот видите, заканчиваю подготовку. То есть положил, еще раз объясню, положил стеклоблоки, которые у нас валялись годами. Вот. Между ними засыпал стекло, песок. А вот это как бы остатки асфальтобетонной смеси, асфальтовой смеси. Я. Ну, дорожники выкидывают, я ведрами навозил. Вот сейчас покажу вам. Опа! Вот такое, тут и с землей она перемешана совсем. Ну, короче говоря, мне надо выровнять. Выровнять, чтобы сверху еще раз положить гидроизоляцию. То есть внизу уже лежит гидроизоляция. Положил стеклоблоки. Между стеклоблоками засыпал камнями, асфальтом, кусочками, песком, стеклом. И вот сейчас выравниваю, чтобы положить еще один слой гидроизоляции. Ну, потому что яма мокреет. Вот. Вот, это сейчас, как модно говорить, финишное ведро. Так. Вот. Все это разровняю. Аккуратненько. Так. Тут у нас рубероида как бы нет. Но есть на поддоны, я не знаю, снабжение они используются или где, вот такие вот подстилки или подложки приносят. Сейчас мы вместо гидроизоляции вот эту пластиковую подстилку положим. Положим. Хорошо. Пусть она даже немножко края загнутся. Да. Немножко края загнутся, но зато гидроизоляция будет. Блеск, красота. Шик. Я бы не так сделала. Так, надо ножик, наверное, лазить. На эту гидроизоляцию зальем бетон сантиметров 5. Ножик. Обрезать будешь это? Ну потом, когда залью. Сейчас маленько надо подрезать, чтобы она ровнее легла. Вот, да? Так. Пойдет. Главное, воду пропускать не будет. Thank you.
Не хочу, да? Лариса, я тут принялась насыпать. Ну а что ведра не приняла? Да. Пустые. Сейчас принесу. Тяжеловастенько, это, как сказать, мокрая. Старая, больно видно. Да, раньше-то не так было. Как я это все промешивать буду? Может, не хватит уже? Вот это промешаем, потом следующий. А, нет, еще ведро тогда, на три. Ты говорил, еще ведро цемента, но мы тогда его... Следующий замес. Нереально это. Ты же не бетоном мешаешь. Расскажу историю, у меня на работе попросил, ну, не попросил, нужно было сделать бетон. Там есть такой работник, Евгений. Он насыпал все в тележку. Попробовал, не мешается. И повез заливать. А когда начал высыпать, там внизу цемент сухой, сверху вода налита. И говорит, ты что не промешал? А я не мог. А он меня больше, наверное, раза в два повез. А поменьше насыпать нельзя было? Голова не работает, да? Ну все, мы по три ведра будем. Лариса приготовила цемент, песок. Сейчас. И золу. Да. Расскажи ингредиенты. Ведро золы, потом ведро песка, ведро цемента. И еще пол ведра цемента у нас было старого. Я его тоже туда бабахнула. Погоднего. Ну, думаю, что будет. Я говорю, надо еще ведро добавить. А мы по... Это, маме лавочку заливали на кладбище и остался. Я что, от золы? Наверное. Вот я золу не просеяла, а песок просеяла. Все просеяла, Маша. Вот. Мой, они покупали в Тягуне дом. И... Тягун — это селение. Ну как, поселок какой-то, да? В Алтайском крае, да? Да. И там у них это особо тоже средств-то не было, господи. И он, представляете, штукатурил шлаком, он его сеял, цемент добавлял. Чуть-чуть. Да, не совсем много. Ну, и штукатурка — это штукатурка, а бетон в подвале — это... Да я просто рассказываю, что. И мой муж насобирал эту золу в мешки. Я насобирал не потому, что папка твой делал, а потому, что я сам строитель, много про это читал. Зола увеличивает. Крепость. Да. Марку. Марку увеличивает. Бетон. Мы заливали золой яму сливную. Она аж синяя была. И стоит четко. Уже сколько лет. Что это такое? Ну вот такая вот, Лариса. Раз. Доверил, сам, доверил. Сам меня... А ты что делаешь сейчас? Зачем ты на пол? Нельзя ведро это кидать? Давай ведро. Вон рядом пустое стоит. Мы не всегда улыбаемся, мы еще спорим постоянно за что-нибудь. Я хожу мимо этой ямы, вот этой он постоянно, ой! Вот этой, ну что так? Вот этой вот ямы, спусковой, ой, не подходи, упадешь, сам ходит, ничего. Просто у меня жизненный опыт имеется, как ты упала неаккуратно на школьном празднике. Извините, на школьном празднике мы... Участвовали в конкурсе «Папа, мама и я. Спортивная семья». В спортзале перед конкурсом помыли пол и сразу же начали проводить конкурс. Он еще не вышел.
обруч наступила вообще? А я пришла в кроссовках, я знаю, что я на обруч наступила. И пол еще сырой. Ну вообще красота. И порвала я связки. Так, на коленках ходила, готовила еду. Но это было вот, не тогда. Вот снять видео. Не говори. Это когда я ласты завернула. С лестницы спускалась? Да, со второго этажа я дроболызнулась. Сознание потеряла. От мамы с папой шла? Нет, сначала здесь, дома. Первый раз, а потом второй раз у мамы. Так, короче, хорош болтать, надо за цементом идти, включать. Вот Лариса засыпает цемент. Решила тут это гераклом встать, раз, поднять полместа. Ю, заорала. Ой! Пусть так. Ты сколько хочешь? Целое? Целое ведро. Загрузили цемента и продолжаю перемешивать. Сейчас Лариса воды должна принести. Так, водичку. Давай еще ведро. Ну, не будем размешивать? Ну, громко сказано, не будем. Будем, конечно. Сейчас две моих руки возьмем, да, размешаем. Хова! Хова! Вытекать через щели стало. Видите, что натворил делов. Да нормально все. Вон, видите, Лариса помогает, как настоящий бетонщик. Бетонщица. Сейчас по чайной ложке, как мышка. Ничего, пойдет. Думали, воды много будет. А нифига немного. Лариса еще несет. Нам немножко жидковатенький надо, чтобы он хорошо уровень взял, да. И вот так вот с этим вот, вот с такой стройкой мы уже живем с 2003 года, представляете? А сейчас 2018, 15 лет, каждый год. Можно сказать, 2003 года, а ты когда начал гараж строить? Я вспомнила сейчас историю, хотела рассказать. Муж мой работал, я к его приходу вечером должна была приготовить замес, когда ты строил вот этот гараж. Ты забыл, да. И баню? Это в каком? 95-м, наверное, было? 94-й, 95-й, 96-й. Ну, а ты говоришь, 2003-го. Да, уже 23 года. Ну, как приехали, так и начали тут колбаситься. Ребятишки маленькие, ты на работе. Пока придешь, я тебе замес приготовлю. И ты кирпичик за кирпичиком клал. Да, до часу ночи фигарил. Вместе с собой уложим спать и вперед. Если бы заснять все это. Да, а потом, значит, это после этого соседи, ничего себе, тут строения начали вырастать. А люди-то пахали, не пили, не бухали, не гуляли. Так до сих пор пашем. Раствор замесили, сейчас набираем и будем заливать в подвале. Лариса там предложила сетку положить на пол. Надо. Так, вот такую сетку кладочную сейчас укладу. Так, вот она. Вот она сетка. Лариса приперла. Ну, она же кривая же. Все, хорош, посередине пусть лежит. Вся нагрузка здесь будет, посередине. Проволоки только просто. Все, тащим вниз. О,
Лариса, трудяжка, притащила и мне помогла. Вместе со мной таскала на равных. Ага, на равных. На, держи. Юра, хватает во все руки. Ты представляешь, ты предлагала сюда просто бросать его. Ну я, чтоб тебе полегче было. Я Юре говорю, давай так, сверху кидай его. Да ведро старое. Ну, ничего нового нет. Ну, это нормально. Ну, пытаемся, но это ведро нормальное. И то осталось чуть. Видосик-шикардосик. Посмотрим, видосик-шикардосик. Посмотрим через много лет на себя, как мы тут пахали, когда будем бабка с дедом. Старые, престарые, мы и так бабка с дедом. Короче, еще 1,5 минимум. Надо, там, наверное, не будет, да? Ну, придется замес делать. Ну что, я выключаю. Так, вот меня снимай. А ты не обрезал лишнее? Потом обрежем, когда высохнет все. Ты что? Ой. Вот. Юрий, ну ты вообще какой слой-то замочил? А что, чтоб потом лопнул? Ну не лопнул, но ты говорил 5 сантиметров, а сам-то нафигарил. Будет? Ага, давай линейку принесу, я вижу отсюда невооруженным глазом. Неси. Что ты тут мандрячишь уже 10. Да ты каких 10? Ты чё? Как будто там эшелон будет ходить. Делаем гидроизоляцию, правильно? Должно быть все по науке. Пики-пики. А может и хватит, слушай. Сейчас принесем. Растянем, чтоб хватило, нефиг. А что по кирпичам-то ты ровно-то хоть делаешь, нет? Стараюсь. Все, хватило нам бетона. Теперь надо как можно ровнее выровнять это все дело. Хорошо, замесили так. Сюда. Там ниже, чтобы было. Ну понятно, ниже. Я хочу сделать, чтобы по большому счету такая разница. Чуть ниже, чуть выше. На вкус картошки влияет? Нет. А что тогда? Это же как типа гидроизоляция. Не типа. Так и есть. Снизу положили стеклоблоки. Плюс рубероид, а сверху бетоном залили. Я думаю, намного будет суше. Еще бы саму яму поштукатурить. Короче говоря, ровно не смогу, потому что висю здесь. Маленько подсохнет, потом залезу. С цементиком перетрую. Будет как железнение. Ну покажу, постараюсь. А это не надо тебе? Как это, полутер или что? Ну давай еще, и где тут вроде водичка. Я к тебе поворачиваю, когда надо наоборот, чтобы ты поворачивалась. Если Магомед не идет к горе, то гора идет к Магомеду. Да. Так и я. Я оператор еще тоже. Ну, немножко будет криво. Я думаю, подвал к нам, кроме вас, дорогие зрители, никто не заглянет. Ничего себе, сколько человек заглянет. Несколько тысяч, да? Да. Не в один подвал. Не говори. Делимся опытом. Все это было затеяно только для гидроизоляции, чтобы меньше сырости шло. Но еще бы залить вот в этих местах. Вот в этих вот, да.
было бы еще лучше. Слишком, слишком большие у нас планы. Ну, надо к ним стремиться. Потихоньку сделаем. Вылазь давай. Подожди. Ну, теперь только... Ой, сейчас не могу. Да ладно, сейчас с лестницей вместе полетишь. А что, у тебя крылья сломаны, что ли? Или ты их в химчистку сдал? Аккумуляторы сели. Аккумуляторы сели, а то бы взлетел бы. Да. Ну так, вроде ничего. Да пойдет. Пойдет, с пивом пойдет. Ну так, потом подсохнет, включимся, конечно. Видео постараемся смонтировать единым целым. Поэтому для вас это будет веселее смотреться, чем для нас. Ну что, всем пока уже? Или нет, еще будем нет, включаться? Еще у нас будет продолжение. А, понятно. Вот так вот вытаскиваю, потряхиваю, чтобы затекло все. Что, надо на улицу ее вымыть? Ну да, надо вымыть. И это, по идее, это вот с ручкой какой-нибудь. Такой. Это у нас была же, да? Ладно, так пойдет. Сверху еще поддон деревянный. Подожди, подожди. Снимаешь? Хочешь улететь туда, что ли? Ну, я не так, где эта лесенка стояла. А ты снимаешь? Да, да. Вот такой Юра у нас, висячий. Плотник, бетончик. Все, улыбнись. Вас снимает камера. Быстро у нас получилось залить там внизу яму, потому что мы подготовились. И что-то мы расхраблились и дальше стали заливать. Здесь сбоку, чтобы тоже сырость не шла. Вот. Я думаю, должно быть все нормально. Показываю, что мы тут расхраблились и дальше стали заливать. Здесь вот щели. Кое-где были. Опа! Прям бетонной смесью. Тут фракция мелкая. Поэтому. Ну, да. Конечно, потому что мы столько воды сюда притащили вместе с бетонной смесью. Зато сейчас проветрится до зимы. Еще месяц у нас есть для проветривания. И будет здесь. Еще мокрый. Ну что, ты тут закончил?